Всем привет! Хочу поделиться своими доводами, которые считаю железными, в плане того, что Земля не шар, который почему-то никто не замечает. У меня есть видео на канале, там пишут комментарии. Когда я привожу их, никто не может ответить вообще адекватно, либо какую-то детский лепет несут. Начну вот с первого. Во-первых, форма Земли, нам говорят, шар. Если официальная версия, то это не круглый шар. Это форма как эллипс, то есть Земля приплюснутая на полюсах. Да, вот. Как он еще называется? Геоид, то есть она как яблоко приплюснутая, то есть это официальная точка зрения, просто Википедия, да, две Википедии формы Земли, тут почему-то фото нету, опять шарики, то есть она близка к сплюснутому эллипсоиду. Но что мы видим на официальных фотографиях? Вот говоришь, да, вот нет ни одного фото Земли с космоса. Ну как нет, наберите, ну вот, да, вот. НАСА ВКонтакте, допустим. Что мы видим? Идеально круглый шар. Прям идеально, как начерченный циркулем. Как это не видит никто? Там мне некоторые люди пытались сказать, что это для наглядности так ретушируют, чтобы красивее там было. Или так лучше для каких-то вычислений. То есть, вообще такой бред сами. Как можно вот что-то придумывать? То есть, я не знаю, где тут эллипс? Тут видно эллипс. То есть, она даже не видно каких-то, не знаю, неровностей, но идеальный вообще круг. Вот еще вот все снимки получены с спутников, там, зондов, со станций. Но меня смущает расстояние. Они слишком близко к Земле находятся, чтобы фотографировать полную землю издалека. То есть они бы фотографировали часть, да, как вот есть часть, да, вот фотографируют. А кто эти-то фото? Карлсон, что ли? Так, это какая-то. Вообще, кружок идеальный. Циркулем равнение прочерчишь. Дальше, вот мне часто говорят, когда я говорю, что все древние культуры, религии утверждают, что Земля не шар. Но они не говорят, что она плоская, они говорят, что это остров, там, диск. То есть, я даже на эту тему сделал несколько видео. Там, плоская Земля в индуизме, в Ведах сказано, как остров Джамбудвипа в Мировом океане. В буддизме, в исламе, в скандинавской мифологии. Есть даже 50 книг, связанных с доказательством теории плоской Земли. В основном зарубежные книги, и только там штук 5 из них переведено на русские книги. Причем и древние есть, и 19 века, которые мы, не знаю, в Библии очень много говорится. Также отцы церкви говорят, что Земля, как бы она... это уже отдельная тема. Я просто... Когда вот говоришь, да, что во всех культурах, представим, что верить нашим предкам, они там дурачки были, в лаптях ходили, сахой пахали, сейчас мы цивилизованные. Это вот только невежественный человек может такое говорить. А как же все древние технологии, как же вот те же пирамиды, не только египетские, майя, там даже в Японии есть и та же гора, на которой якобы Шива-то живет, забыл как называется, то есть там настолько ровные поверхности, да, везде, весь мир, даже на Кольском полуострове есть, даже Севастопольские пирамиды есть, где там, как говорится, перочинный ножик нельзя просунуть, где есть хорошие документальные фильмы, где ученые говорят, что там следы
от обработки этих блоков такими инструментами оставлялись, что они мощнее в 50 сотни раз наших. То есть мы по сравнению с древними цивилизациями просто дети. Если взять те же Веды, где описано мироустройство от атома до космических кораблей. В Махабхарате, в Рамаяне описано, как там на кораблях летали, ядерные войны были. То есть вот оно древнее невежество, да? Как они знали астрономию у тех же шумерах, ведах, точной астрономии, еще точнее современных, древние карты, точные, которые, ну как можно было их сделать там с шара какого-то, что ли? То есть, и причем многие пирамиды, да, они там расположены по меридианам, там, как сказать, по созвездиям даже. То есть, ну, такое может только человек невежественный говорить, что наши предки там дурачки были. Но раз они владеют, как говорится, такими знаниями, такая совершенная культура, значит, они лучше знали о форме Земли. Ведь читали же, что она такая. Почему? Кто вот Коперник там, да, с Галилеем революцию сделали, заявили, что Земля круглая. Их же там сжечь хотели, Коперника сожгли там. Или Бруно там, я уже не помню. Джордано Бруно сожгли, Коперник. Галилей вроде сказал, все. Согласился, в общем, чтобы его там не сожгли. Так, ну ладно, это не важно, это отступление. Так, дальше. Ну вот я вот говорю, ну сейчас такие высокие технологии даже там могут виртуальный мир делать, там могут микрочип в голову таракану поставить. То есть такие технологии, и почему до сих пор нет полетов в космос? Где вот? Почему не летаем? Да ё-моё, это же смешно просто. Ну, мне тут находятся люди, которые, ну, типа, как, есть, типа, туризм, космический туризм, ссылку там вот в Википедии привели. Честно, меня это вообще просто поразило. Оказывается, у нас есть космический туризм. Только вот встает-то вопрос, а где отчеты? Вот вы, когда летите там на Таити куда-нибудь, в Майами, да, отдыхать куда-нибудь там, на Гавайи, вы что, не будете себя фотать, не будете где-то там их выставлять? Ну, это же интересно, чтобы... Покажите мне хоть одно фото, которое вот есть такого отчета. Я не знаю, какая бы баба там, полетев на этот космический туризм, не стала бы фоткаться там, да, на фоне иллюминатора там, чтобы космос видно было, да и вообще просто, где хоть одно там можно увидеть? Получается, космический, якобы есть космические туристы, но получается это космические утки какие-то. То есть, да, вот странно, очень смешно просто получается. Как вот люди говорят и даже вот не могут хоть какую-то толику, 1% доказательств предоставить. Я вот этого не понимаю. Как это... Я думаю, вы видели это видео, да, где вот настоящие космонавты говорят о плоскоземельщиках. То есть, ну вот послушайте. Появилось немало таких вот сторонников плоской земли. Мы видели видео, ролики по всему интернету, в том числе ходят. А что бы вы могли сказать этим людям, Александр? Ну, подтвердите нам либо одно, либо другое. Вот вы посмотрите на их лица, это что? Серьезные космонавты, как Гагарин, там, Армстронг. Вы посмотрите на их лица, они же просто, ну, я не хочу оскорблять, ну, клоуны какие-то, они на дурачков похожи, какое-то маски-шоу. То ли обкуренные, хихикают что-то, ну, вообще это какое-то издевательство, это какие-то космонавты, это, ну, это комики какие-то. По-моему, сторонники плоской Земли это просто такой классный профессиональный космический троллинг. Но я не верю, что люди могут быть настолько идиотами. Вы знаете, мне честно сказать, и добавить к словам Сергея нечего. Хорошо, то есть она круглая.
Вот вы смотрите, да, вот они вот оскорбляют, да, вот этих, кто пытается сомневаться, полминуты смеются, говорят, какие они дураки. Ну какого хрена вы, дебилы, не можете взять вот оператора за уши, который вас снимает, за уши, пнуть его, блядь, под жопу, и чтобы он камеру к иллюминатору поднес, сказал, ну вот, смотрите, вы идиоты или кто там, вот она круглая, все. Я думаю, после этого бы никаких споров бы не было. Ну, показали бы, да. Ну нет, они будут полчаса хихикать там, а полчаса говорить, какие все плохие, и все. Ну, что это за так? Где вообще что-то вот здравомыслящее? Почему не могут поднести камеру и показать? Просто поднеси. Вот она же висит, камера. Трудно, что ли? Вот оскорблять можно, а показать нельзя. Нет, бить за это надо просто. А вот еще хочу показать кусочек видео. Довольно интересно разоблачающий вот эти фотошопские дизайны нашей земли. Посмотрите на все эти картинки шарообразной Земли. Вы можете увидеть почти все континенты целиком, но над ними находится совсем чуть-чуть облаков. На некоторых ночных изображениях Земли вы вообще можете наблюдать целые материки, вообще без облаков. Целые материки, например, Африка. Вы видите все эти бутафорские огни, но облаков нет. Ага, вот это зацени. Да Они что? написали слово «секс» облаками. Если пройдет небольшое исследование, то вы поймете, что все эти фотографии комбинированы. Особенно это заметно на примере облаков. Они просто берут и копируют участки облаков. И все это делают все эти фотографии крайне нереалистичными. Да, и если говорить об этих изображениях под названием Blue Marble, то они все разные. Их всего 10 штук, и 8 из них абсолютно различные. Цвет воды разный, одни и те же континенты имеют различные размеры. Это просто невозможно. И что самое интересное, раньше никому не было до этого дела. Но сейчас люди начинают обращать внимание на эти фотографии, и всем становится очевидно, что это подделки. И говоря об этом, не стоит забывать, что вокруг Земли якобы летают десятки тысяч спутников. Кстати, вот хочу еще добавить, что много раз говорилось, что почему не видно вот следы от самолетов с космоса. Ну, якобы, он говорит, слишком они маленькие, не видно, нифига себе маленькие. Последнее время на небо смотришь, самолет пролетел, потом через 5 минут там от него такой широкий след, там, ну, я думаю, даже больше километра размером, то есть там чуть ли не на, даже больше, он там расползается по всему небу. И это от одного самолета. А они же постоянно летают тут над нашей деревней, там, я не знаю, ну, бывает в час там 10 самолетов может пролететь, ну, может там парочку, не считал, честно, ну, как бы вообще очень много летает, да, если вот посмотреть по маршрутам, и после каждого след расползается, ну, по-всякому будет, эти ниточки-то хоть видны с космоса, но там ни спутника не видно от всех этих официальных видео НАСА, ни этих ниточек от самолетов вообще нету. Ну, что-то тут действительно какой-то обман просто. Думаете сами. Но по поводу фейковых видео, да, вот их очень много. Вот можете набрать просто в Ютубе, там НАСА дурит людей, вот этот Тюняев там с командой заметили, что крутится трехгодовалая запись вместо ливстрима на МКС. Вплоть до того, что вот там вот она заканчивается и начинается то же самое. Все, ну, те же самые там пролетают какие-то там пузырьки там, там, не знаю. Ну, то есть повторяется пленка, это заметно. И те же самые даже комментарии там от каких-то троллей непонятных, кто это там их пишет. И там еще интересно есть, не буду все это показывать, найдете сами.
там промелькает мужик в шапке, не в скафандре. Ну, там тоже было комментов, типа, на мужика якобы не похож. Ну, короче, как в зимней шапке мужик. Ну, вот это, в гондончике. В иллюминатор видно такое. Ну, да, что-то там такое есть. Потом вот всякие ляпы, да, там видны какие-то левые руки, то есть монтаж шел. Потом ремни видны, когда они, ну, якобы летают, это их на ремнях под это, на фоне. То есть ремни видны прямо, вот, ниточки видны, как они под футболкой. Очень много нестыковок показано, там по 10 минут. Посмотрите, интересно все это. Это видео с официального сайта НАСА, вот эти космонавты. Пузырьки видны, то есть под водой снимали, пузырек плывет. Представляете, как лохов дурят. Ну что там еще? А, есть там видео, где в скафандре отражается мужик с камерой в бейсболке. Ну, хотите, ну, просто сами можете набрать. Очень много вот видео про космос у Тюняева на канале. Причем там он с космонавтами встречался, которые там вот так отвечают на вопрос. Самый лучший способ доказать, что Земля круглая, это выйти на балкон, когда заходит солнце, и если она постепенно захочет, значит, заходит, уменьшается за горизонт, значит, Земля круглая. Понимаете, да, как это равносильно тому же сказать, что поезд уходит за горизонт, скрывается, значит, вода мокрая. Посмотрите, вот интересно просто. Человек довольно умный, там у него высшее образование, интересно ролики делает. Про космос, про все вот эти вот. В общем, советую посмотреть. Ну вот, например, исчезающий космонавт. То есть он еще не зашел за, как говорится, не скрылся, а якобы он уже исчез. Ну, то есть компьютерная графика, да. А вот одно из моих любимых видео, 80 какой-то год, мужик засветился. Вот тоже интересное видео, он там космонавт тренируется на фоне. Ну, его снимают якобы в космосе на фоне, а потом подставят. Это вот, ну то есть, поэтому шума было, поэтому видео это там с новостей, это какой-то вот там, не знаю, их в НАСА где-то, и вот засняли как космонавт там. Ну, запалился вообще. Якобы он в космосе там. Ну, это в этом. На МКС, да, там эти шариками играют. То есть нас в натуре как лохов просто в уши имеют и глаза. Вот, прям в наглую вообще. Таких вот, если посмотреть их вот, по отдельности, там целая картина выстраивается. Вот. И причем она вот потом было официальное видео, вот прямо она все в точности совпала. Этот же человек, те же самые движения. То есть, помню, это шуму наделал это видео. Ну, никаких, как бы говорится, комментариев со стороны официальных. Сейчас, смотрите, на тросе проплыл. Пиздец вообще. Это клоуны, блядь, а. Клоуны. Блять, в тюрьму за это садить надо, за такой, блядь, обман, нахуй, блядь, это пиздец, нахуй, блядь. Вот просто твари, зачем они так делают? Прям в наглую. Вот пузырьки те самые. Ходит кто-то там. О, вот.
Ну точно он не в это. Не в скафандре. А вот что говорит Челингаров, представитель географического общества, по-моему, он. Ну, официально, в общем, лицо, можно сказать. А скажите, вот форма Земли сейчас вызывает большие споры в интернете. Я думаю, это тема отдельного. Да, отдельной встречи. Я думаю, что есть вопросы. Это надо все изучать. Можно к вам будет обратиться, ГАИ, президент? Мы этим занимаемся все время. Можно. А скажите, вот форма Земли сейчас вызывает. Вот тоже интересное видео есть, где вот автор, находясь в самолете, пролетая над определенной местностью с навигатором, да, вот все, вот он показывает, что вот на такой-то высоте, соответственно, с такой-то высотой должно быть такое-то искривление, да, но он видит то, что не должен видеть, и причем видит в три раза больше, хотя там должно быть искривление. Ну, это такие уже есть, давайте, как бы у нас, да, что там какой-то, то ли город какой-то тоже видно, якобы это чудом считает там. То есть, ну просто не буду все это рассматривать, наберите и сами посмотрите. Как это объяснить? Это он все приводит, да, вот какой должен быть, как Земля должна. Закругляться, да, вот данные, вот сколько километров, сколько она там закругляется и что он видит, то есть по идее он там, ну это чисто математика, это сами можете посмотреть и раскритиковать, если найдете нужен, как говорится, или, как говорится, вам это убедит. Я говорю, вот допустим, есть еще фильм, да, вышел, можно сказать, первый научный фильм «Доказательства плоской Земли», Терра Конвекса. Тоже там ученые в течение 7 лет потом проводили исследования на многих континентах с помощью современных приборов. Ну, конечно, появились потом. Этот фильм, я помню, добавил закладки, ну, другу скинул. Он мне потом, говорит, хотел посмотреть, а его уже удалили. Ну, заливают частенько, поэтому все не удалишь. Я нашел другие, как говорится, источники. И, в общем, так вот смотрел там комментарии. Люди, как бы, вот те, кто вот воспитан и, как говорится, является религиозным космическим фанатиком. Ну, то есть, да, вот есть вера христианства, буддизм, да. Вот есть люди, которые читают эти писания, есть, которые не читают, верят. И также здесь, да, вот есть те, которые безоговорочно верят, а есть те, которые еще и изучают и верят. Но они это не могут проверить. Они, вот эти догмы, которые в школе даются, они их никак проверить не могут. Потому что, ну, хрен знает, есть там это поле, там еще там это гравитация, там, ну как это проверишь? Или тут же показывают какой-то свой опыт на макете, на котором, если уже эти поля есть, то их нету. То есть, получается, это неправильный опыт, раз на нем нет этих полей. То есть, ну, вот можно все проверить, да, ссылаясь на эти догмы. Но в то же самое время эти догмы нельзя проверить. И можно также с помощью этих догм, как говорится, доказать, что Земля плоская и в то же время шарообразная. То есть, можно и так подстроить. Так, как же есть, что 2 плюс 2 может доказать, что 5. То есть, можно, я говорю, как юрист, да, он может любую заковырку найти в законе и доказать даже, что самый виновный окажется виновным. Также и здесь можно апеллируемыми вот этими догмами хоть что доказать, что даже Земля треугольная. Потому что эти догмы — это всего лишь теории, которые на практике, ну, сложно проверить. Я хоть не технарь, но как бы я слышал споры, когда там и профессора спорили, и в итоге там заборы даже друг друга хватали.
Потому что если все так легко было, было бы уже единое мнение, да, если бы всего можно было так доказать, то все бы были здравомыслящими, вот так сказать, вот так и так, такие-то факты. Если уж факт есть, его нельзя провернуть, а если есть ученые, которые с друг другом спорят, ну какие же это факты тогда? Получается, наука полна теорий, которые практически не доказаны. Вывод какой? Но мы живем, короче, как какие-то, наверное, подопытные животные, как какие-то, не знаю, над которыми то ли опыты проводят, то ли какое-то шоу Трумана снимают, что вот прямо вот сейчас вроде люди стали, да, замечать все это. Они, причем это все не скрывает, а даже вот хотели бы скрыли, мы не увидели этих ляпов, да, если бы они действительно цель была прямо вот нас, как говорится, скрыть это, они же не скрывают, они причем специально даже дают эту информацию, да, вот такие вот фейковые всякие, вот, как увидят люди или не увидят. Вот мне кажется интересно, кто вот заметит. Только вот сейчас стали, не было бы интернета, никто бы не заметил. Жили бы как эти туземцы в этих деревнях, городах, в этих больших курятниках. А сейчас с помощью, да, вот интернета как-то появилась возможность как-то фильмы какие-то смотреть, книги читать, которые невозможно найти в библиотеках, там, ну, какие-то лекции слушать, как-то вот проверить даже, да, вот какие-то данные научные, там, официальные, с официальных сайтов. Как вот любят мне говорить, что ты там начитался в интернете, как будто я там какому-то школьнику зашел или какому-то сумасшедшему, читаю его и верю, да, вот. Я говорю, ну вот есть же официальные сайты, да, там оцифрованные книги, можно там же читать, не лазить где-то по порно-сайтам или там не понять, у какого-нибудь там дяди Пети или дяди Гриши там ихние, как говорится, там эти публикации читать. А есть же компетентные люди. И понятно, что сейчас перевод можно там по-разному перевести, можно подделать, там эффект Мандела. Ну, тогда уж, и если уж можно это подделать, и в библиотеках можно также все фигню написать, правильно же. То есть люди думают, все, интернет появился, значит, там обязательно все вранье. Но... Ну, не нравится, но ходи в библиотеку, читай. Какая разница, где читать? Та же самая библиотека, только в цифровом варианте. Так, ну ладно, буду заканчивать. Кто вот как бы может опровергнуть, пишите комментарии. Но прошу без ругательств, сразу буду в черный список. Надо адекватно просто себя вести. Я вот как бы и не шаровер, и не плоскоземелец. Я просто вижу нестыковки вот этой, в официальной версии. И как бы могу обосновать кое-какие данные, да. Ну, не технически, я не технарь, но могу. Вот я вот предоставил то, что я нарыл, да. Ну, кто может опровергнуть, опровергните, пожалуйста, без криков, без оскорблений. Там, типа, иди читай учебники, все, ты дурак. Хорошее опровержение, да, ну как ребенок. Учебники, там можно хоть что написать. А что, а как это проверить, да, там. Почему они не показывают этого? Говорят одно вот в учебниках, а на деле мы ничего вообще не видим. Видим каких-то клоунов там и фейки одни. Просто хотелось бы адекватной критики, просто вот. Ну не хочешь спорить там, да, там многие говорят, ну иди учи, типа учи заново все. Ну хорошо, ну может ты и прав, но ты как-то опровергнешь вот эти данные. Допустим, даже она там и круглая, но почему нас обманывают? Это же факт, что нас обманывают, вот эти фото все, это можно же посмотреть, что ну, не может такая она идеальная быть, и все эти видео этих клоунов. Все эти пленки, что крутятся, трехгодовалая запись. Ну как это? Нельзя же вот это пропускать-то мимо. Быть, не знаю, тоже бараном каким-то. То есть, вывод какой? От нас что-то скрывают. А какой на форму, да хрен его знает. Может она как гиперкуб, там, как сейчас многие там, что там мы живем в трех пространствах, а там четвертое пространство, и она постоянно меняет форму. Ну это вообще пиздец. Ну ладно, ну, заснимите хотя бы этот гребаный гиперкуб.
я не знаю, пусть даже на форме крокодила или там слона или суслика. Так снимите, почему нельзя снять-то? Я вот этого не пойму, это же вообще просто должно быть. Они вот снимают, как они кувыркаются, там эту пасту едят, там смеются, там плавают, летают по кораблю. Но, блядь, ни одного нету видео, где, блядь, к иллюминатору поднесли камеру и показали бы там Землю, космос. Че, техника не позволяет? Возьмите вы с собой какую-нибудь там Собчак или какую-нибудь, там, не знаю. Пусть она нафотает, блядь, эти космоса, блядь, там. И выложит потом у себя в Инстаграме, в Фейсбуке, и весь мир увидит. Или, как говорят, там, туристический, космический туризм. Ну, просто смешно.